Опубликовано и еще одно исследование о взаимодействии алкоголя и здоровья. В Южной Корее проследили за потреблением алкоголя 4 миллионами человек, причем на протяжении 7-10 лет. Оказалось, что умеренно потребляющие алкоголь, то есть выпивающие в день 1-2 дринка, имеют меньше шансов впасть со временем в слабоумие, чем непьющие. Люди, которые выпивали в день один дринк, имели на 21% меньше вероятность получить слабоумие. Те же, кто выпивали два дринка, на 17% реже слабоумие рисковали. Те же, кто пили больше, в другом положении, три и больше так называемых дринков каждый день повышали вероятность слабоумия на 8%. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания.